Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня у нас экстренное включение. Здравствуйте, дорогие подписчики наших каналов в YouTube и сообществ в социальных сетях. У нас грядет событие вот-вот уже скоро, буквально через день, через два. На этой неделе в пятницу пройдет слет костоправов, массажистов, мануальных терапевтов, хиропрактов и вертебрологов. И у нас это мероприятие давно анонсировалось. Если вы о нем раньше не слышали, то напрасно. Поэтому спешу вас уведомить. Пожалуйста, торопитесь, успевайте все прийти на него. Это мероприятие будет идти целый день с 10 утра до 19 часов вечера, а может быть и позже затянется на общение и на всякие совместные чаепития и договоренности. Итак, на этом великолепном слете будут встречаться и выступать перед вами 5 великолепных специалистов. Я вам их сейчас презентую. Это, во-первых, в 10:30 часов начнет уже выступать Виталий Казакевич, знаменитый казак-костоправ, которого вы все уже знаете. Аплодируйте! Все, кто его знают, это знаменитый костоправ. Он президент Ассоциации костоправов Украины, под эгидой которой и происходит это замечательное мероприятие «Слет костоправов». Далее будет выступать Андрей Петров, это костоправ, хиропракт, массажист и гипнолог. Он прекрасный гипнотизер, и он хорошо это использует в своих медицинских программах в качестве лечения, оздоровления людей, поэтому у него есть чему поучиться. Далее будет выступать Олег Алаф Гудвин, но это, как водится, вы наверняка все знаете, это я собственной персоной. Я являюсь основателем и президентом Академии телесно-ориентированных практик. У нас очень много направлений, и в том числе мануальная терапия. Я представляю на данном симпозиуме слете мануальную терапию. Затем будет выступать Александр Волосов. Александр Волосков, это инструктор по йога-терапии позвоночника, что тоже очень важно для основы нашего организма. Как видите, мы эту тему обхватываем со всех сторон, поэтому еще раз предупреждаю, что данный слет будет очень уникальным. Он впервые проходит вообще и впервые в Москве. Затем будет выступать Владимир Мануэлов, это хиропракт, массажист, вертебролог, биоэнерготерапевт. И завершающим этапом этого мероприятия будет система психофизического развития Белояр от Сергея Демина. Это тоже уникальный специалист, которого пропустить невозможно. Вы узнаете много нового, вы поймете, как нужно работать с человеком, какие есть современные прогрессивные методы воздействия на костно-связочный аппарат человека, на его биоэнергоструктуру, на его биологическую, физиологическую структуру человека. И многому сможете научиться уже на этом мероприятии. Поэтому спешите. Успех приходит к тем, кто успевает вовремя. Спешите попасть в эту пятницу, 9 сентября 2016 года, на это замечательное мероприятие. Все ссылки на него расположены ниже под этим видео, так что вы их найдете. Регистрируйтесь, подписывайтесь. Вся информация о том, что там будет. Там будут и обед, и кофе-брейк, и обмен опытом, и раздача каких-то там бесплатных материалов. Это тоже обещается. Так что я вас там буду ждать. Поэтому мы вас, 5 специалистов мирового масштаба, будем вас ждать на этом слете в Москве. Записывайтесь, я с вами не прощаюсь, и мы увидимся с вами уже скоро. До новых встреч!